Мы продолжаем следить за ходом чемпионата России по русскому хоккею. Спортсмены Уральского Трубника уже прибыли в Нижний Новгород. Там им предстоит сыграть с командой «Старт». А накануне Уральский Трубник в Ульяновске встретился с местной «Волгой». На игру первоуральские хоккеисты вышли уверенными в победе. Соперник на 14-м месте в турнирной таблице, Трубник на 7-м. Но уже через несколько минут счет открыли те, кто казался слабее. А вскоре хоккеисты «Волги» удвоили преимущество. Выровнять игру Трубники смогли ближе к перерыву. Первый тайм закончился победой первоуральцев. Они к тому моменту забили 4 мяча. А во втором тайме закрепили результат еще 2 голами. Итоговый счет 6-4 в пользу Уральского Трубника. Напомним, сегодня нашей команде предстоит игра с нижегородским «Стартом». Матч начнется в 20:30 по местному времени. Трансляция игры на официальном сайте Уральского Трубника.